Peugeot Citroën, похоже, нашел богатого инвестора. Крупнейший автоконцерн Франции подтвердил, что ведет переговоры о продаже пакета своих акций китайской компании Dongfeng Motor. Peugeot Citroën переживает худший за последние два десятка лет кризис. Продажи падают шестой год подряд, убытки только в первом полугодии превысили 500 000 000 евро. Так что компания собирается увеличить капитал на 3 миллиарда евро. По данным СМИ, китайцы планируют вложить 1 200 000 000 евро в обмен на 30% акций Peugeot Citroën. В доп. Эмиссии также может принять участие и правительство Франции. На таких новостях бумаги концерна на бирже в Париже подскочили на 10%.